Всем привет, друзья! С вами снова Шишкин, и сегодня мы приготовим грузинское блюдо шкмерули. Это курочка, запеченная с аджикой и с классным соусом. Очень простой и, как всегда, очень вкусный рецепт. Ну что, так, поехали. Вот такая вот у меня красивая курочка, желтенькая, кормили ее кукурузкой, поэтому она такая красивая, желтенькая получилась, но и очень вкусная. Нам нужно сперва ее разрезать по грудке. Вот так достаточно. И вот так вот распрямить. Все. Кладу тарелку. Теперь берем вот такая вот у меня грузинская аджика, острая. Берем пару ложечек этой аджики. Кто любит поострее, возьмите больше. Но пару ложечек нормально, у меня даже дети кушают. Добавляем сюда немножко растительного масла. Немного соли, аджика уже тоже соленая. Пересолим сразу нашу курочку. Немножко перчика. Все. Теперь хорошенько все это размешиваем до однородной массы. Так, перемешали. Теперь нужно хорошенько этой смесью смазать нашу курочку со всех сторон. Берем так аккуратно, нежно, с любовью массируем курицу. Так, друзья, курочку я со всех сторон промазал. Вот так это выглядит. Теперь перекладываем нашу курочку в какую-нибудь удобную форму для духовки, для запекания. Вот у меня как раз она тут помещается. Отлично. Так, и накрываем теперь нашу курочку фольгой. Вот так вот. И отправляем нашу курочку в духовочку, разогретую до 200 градусов, пока на 45 минут. Дальше потом скажу, что дальше делать. Прошло 45 минут, теперь я убрал фольгу с нашей формы, и теперь еще на 30 минут без фольги дадим нашей курочке подрумяниться. И тем временем мы сделаем соус. Так, друзья, ставим сотейник на плиту, наливаем 300 мл молока. Курочка у меня 1,5-килограммовая, поэтому 300 мл будет нормально. Если будет у вас маленький цыпленок, килограммовый или 800 грамм, то хватит и 200 мл. Теперь добавляю сюда нарубленный чесночок, 3-4 зубка. Немного присолим наш соус. И поперчим. Ну, теперь ждем, когда он закипит, и пару минуток покипит, и все. Будет нормально. Потом покажу, что дальше с ним делать. Так, ребят, прошло еще 30 минут. Достаем нашу курочку. Смотрим, что тут у нас за красота. Вот такая вот красавица у нас получилась. И теперь нам нужно ее разрезать на кусочки. Для этого подойдут классно ножнички. Она очень мягенькая. Очень хорошо отделяется уже
Такая сочная, сокожно брызжет. Красота. Вот так вот. Так. Вот так все мы разрезали. Красиво положим. И теперь берем наше молочко с чесноком и наливаем туда же форму между курочкой. Вот таким вот образом все это выглядит. И теперь, ребята, отправляем опять нашу курочку в духовку. Буквально так, чтобы она закипела, и 2 минуты молочко это покипело. И блюдо будет готово. Так, ребята, прошло еще где-то 10 минут. Наш соус закипел. Достаем нашу красоту из духовочки. Вот такая вот красота и вкуснота у нас получилась. Я в восторге. Вот скажу вам честно, что в первую очередь уходит именно этот соус. Потом уже только мясо. Вот берешь кусочек лепешки или булочки, или лаваш, макаешь в этот соус молочный, чесночный. Это просто сказка. Просто бомба. И мяса не надо. Только вот этот соус с хлебом. Можно отварить картошечки, рис, макарошки, кто что любит. В общем, рекомендую вам приготовить это блюдо. На всем буду прощаться. Желаю вам готовьте вкусно, готовьте с любовью. Подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, ставьте лайк, если вам понравилось видео. Всем до новых встреч, всем пока.